Перед началом ролика хотел бы вам сказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, которая находится в описании под этим роликом, а также под любым моим стримом, есть ссылка на этот замечательный конкурс, в котором вы можете принять участие. Условия очень просты. Принимаете участие, выигрываете спокойно вот этот красивенький дигалетчик, который мне подогнал мой подписчик, с именем и ярлыком Вантакус. У всех есть шансы, дерзай. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами я, Задрот Сотого Левела. Сегодня я хотел бы вам показать, как поставить клантег в CSGO, то есть перед вашим ником, чтобы был клантег, например, такой, как у меня Gamer Town. Покажу для новичков, для тех людей, кто не знает. В общем, погнали. Первым делом, что вам нужно сделать? Зайти в Steam, нажать группы и зайти в группу, подписаться на нее. Клантег, который вы хотите в себе поставить. Например, моя группа, да, Gamer Town. Ссылка будет в описании под роликом. Если нужен кому клантег, заходите, нажимайте на группу через Steam. Подписывайтесь на нее, да. Просто подписывайтесь, не знаю, где тут будет кнопка. Просто нажимайте подписаться. После этого вы заходите в CSGO. Сейчас мы это сделаем. И уже в CSGO дальше продолжаем. Вот я зашел в CS-ку. Далее вам нужно зайти в настройки. Игра. Команда, тег группы Steam. Здесь ставите тег группы Steam Gamer Town. И все. Теперь у вас будет клан тег, когда вы будете бегать в CS-ке перед вашим ником. Выглядит клан тег следующим образом. Зависит от того, какой выбрали. Вот я выбрал Gamer Town. Там также можно выбирать вообще любой клан тег, который вам хочется. И он ставится. Вот. У меня Gamer Town, я поставил клан тег. GamerTown, клантег и поставился. То есть вот мой ник, вот клантег. На этом все, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока.